Окно откроешь ты, чтоб смог я хлеб крошить. Тут воробьи слетятся и станут нам служить. Мы будем осенью в том доме жить. Холода, значит, нам не пригодится холодильник. Голод, посуда будет содержаться в чистоте. Нет работы, продадим будильник. А теперь позвольте пару слов о коте. Вот вчера переснули мы особую страницу. Наш кот поймал невесть откуда залетевшую синицу. Да-да, прямо из окна седьмого этажа. Говорят, примета нехорошая. Не знаю, а я визжал от радости. В том доме жить с тобой